В строящейся школе жилого массива Есет-Батыр открыт пункт партийного контроля. Он состоит из наблюдательной комиссии депутатов городского филиала партии «Манат». Основная задача наблюдателей – контролировать процесс строительства здания. Она должна была в 2020 году в эксплуатацию ввести, но в связи с тем, что были проблемы у подрядчика и с пандемией, это затянулось до сегодняшнего момента. На этот объект мы несколько раз уже приезжали, составляли справку и отправляли центральный аппарат и руководство местного. Пункта партийного контроля встретились с подрядчиком и поинтересовались ходом работ. Как отмечается, для завершения строительства объекта сейчас нет никаких препятствий. В наличии имеются необходимые материалы и рабочая сила. У нас будет на руках график, и мы по этому графику каждый день будем по графику сверяться. Вот то, что с подрядчиком разговаривали, вот потолки приходят уже через несколько дней в город Алматы. И вот эти парты, доски, это для классов уже после 15 августа. И подрядчики обещают, что к 1 сентября объект сдать в эксплуатацию.